Добрый день всем подписчикам нашего канала. В условиях динамично развивающегося рынка многие виды рекламной продукции становятся неэффективными. На смену стандартных вывесок, баннеров, объемных букв приходят рекламные фигуры. В качестве современной рекламы, приковывающей внимание клиентов и покупателей к какому-либо объекту, можно использовать объемные фигуры. В настоящее время все большую популярность приобретает такой вид рекламы, как фигуры животных, а именно макеты коров, выполненные в натуральную величину. Встретить их можно повсюду – возле торговых центров, на улицах города, на прилегающей территории компаний и предприятий, на детских площадках, а также в парках, зонах отдыха, на пляжах курортов. Бывают муляжи, вид которых полностью имитирует животное по его размерам, внешнему виду, а также макеты. Настоящие произведения искусства, геометрически сложные, имеющие различную окраску, цветы, гель, футбольная атрибутика, нанесение логотипа. Все, что пожелаете от новой дизайнерской мысли до мировых шедевров искусства. Муляжи коров делают из пластика, выдерживающего как суточные, так и сезонные перепады температур. Они устойчивы к солнечному свету, не выгорают и не выцветают, материал не подвержен коррозии и не выделяет вредных веществ. В современном мире избытка информации людей все больше тянет к натуральной природе. Баннеры, голографические изображения становятся все менее действенны, как средство рекламы. Такие простые приемы, как размещение фигур коров, способны расположить к себе клиента. Утверждением эффективности подобного рода рекламы служит возрастающий спрос на данного вида продукцию. Студия объемной рекламы Reklam.ru рада предложить вам готовое решение макетов коров, а также возможность заказать муляж по индивидуальным размерам, моделям и различной сложности покраски, стандартной до росписи и нанесения логотипа. Вы можете сформировать заказ на нашем сайте, и мы обязательно свяжемся с вами.